позиционка, конечно, стрёмная. Help me, help me, boys, help me. Nice, nice. Сейчас мы их разъебурим жестко, жестко разъебурим, жестко, 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 жестко. 5 чудо на 2.7.9 какое-то катается. Ой, это мой фейл, сори. It's my mistake. Барик, ты против Нирью на проге. Понял. Где он? А, он на том фланге. Жаль. Но я еще съезжу за ним, я еще приеду. Ну, конечно, меня бабаха может сваншотить, и я никуда не приеду. Алексей! Алексей! Алексей слишком далеко. Алексей! Алекс Котик, это вот этот, что ли? Да ну, это кажется... Да ну, я не думаю, что у него аноним, да, Алекс Котик, нахуй. Меня наебывают, да, чат? Ну что происходит опять? Ну что? Хватит, ну хватит, ну блядь. Как вы заебали все? Дети, дети, идите в школу. Да, это он, я чекнул. Хорошо, еду за Ниром. Real Nir. Окей, nice. Где? Ой, мне хуёво, да? Ой, бля, куда я вышел вообще? Оттуда, да, наверное? Наверное, да. Меня сейчас пробьет, если он на кумуле будет. О! Алексей, живи! Алексей, живи! Алексей, живи! Алексей, живи, живи! Лёх, живи! Так, все, подсейвимся. Надо немножко пожить. Хилимся, живем, хилимся, живем. Лёха, я еду. Ты против Барика? Да? Где Барик? Не, я не вижу Барика. Барика вроде не видно. Так, тише, тише, тише. Какой-то упоротый мужик. Какой-то гиперупорант. Да. Убили. Лёша, ну пи... Ну, блядь, Space Radio, та за шо? Ну, я не успел, пацаны. Надо было сразу ехать. Да я боялся, что меня 268 снимет. Ну, ё-моё, а. Разминулись с Лёхой. Капец, блин, нахрен. Ну ладно, блин, придется дотащить. А рофлю, конечно. Че тут дотаскивать? Ай. Барик, что думаешь об устрице? Думаю, что прикольная карта для железа. На СТ фланки делать нехуй. Все будут драться вот тут, вот в этих, между этих горочек. Ну, я вот сюда точно никогда не поеду. Я всегда езжу на фланг ТТ, потому что там весь урон. Таран! Найс. Е-бой! Найс, бэбро! Найс! Парик на млехе на D8. А, понял. Тоже тестирует игру? Да, тестит, понял, понял. Все, я понял, парни. Страшно. О, Нир.
В натуре у Нира, блин, ник Алекс Котик анонима. Вы представляете, какой был вот вариант, какой был шанс, то, что у Нира прокнет ник Алекс Котик на его Нирью. А я кем был? А кем я был? Подожди. А как посмотреть, кем я был? Пацаны, как посмотреть, кем я был? А что, нельзя посмотреть, кем я был? А, вот тут, наверное, да? О! Лёха 1964! Короче, встретился как-то Алекс Котик против Лёхи 1964 года. Нормально, блин.